В областном акимате в ходе совещания была отмечена плодотворная работа в социальной сфере региона. В частности, уже приняты конкретные меры по стабильному обеспечению питьевой водой населенных пунктов области. Разработан конкретный план подключить 50 тысяч жителей к системе водоснабжения. Из них подключены порядка 32 тысяч или 65,4%. Работы продолжаются согласно плану. К примеру, из 8 населенных пунктов, где вода подается по расписанию, количество населенных пунктов уменьшило с 65 до 55, а там, где воду подавали лишь на 2-4 часа в сутки, время подачи питьевой воды довели до 12 часов. Помимо всего, в прошлом году в 70 населенных пунктах области были открыты информационные центры. В текущем планируется открыть еще ряд подобных. Глава области Кармырз Ахметов подчеркнул важность утверждения специальных правил для обеспечения порядка функционирования этих центров. На совещании были даны конкретные поручения, соответствующие лицам по этим и другим вопросам повестки дня.